хочу сказать, что в целом сегодняшняя экономическая ситуация в Твери стабильная, не вызывает значительных опасений, увеличиваются все основные показатели. Крупными и средними предприятиями города выполнены работы на 23% больше, чем за этот период предыдущий год. Город Тверь по всем основным показателям находится либо на центральных позициях, либо даже по состоянию заработной платы в первых рядах. Значит, по прогнозам экономистов, такая уровень тенденция сохранится. И наша задача использовать эту благоприятную обстановку с тем, чтобы наш город стабильно и динамично развивался по всем направлениям. Ситуация в развитии финансовой крайне непростая. Бюджет составляет чуть больше доходная, то есть расход доходная часть больше 7 миллиардов рублей. И отпечатками отрицательными является то, что в прошлый год мы прошли достаточно тяжелые ситуации. В первую очередь это было связано с энергетическими проблемами, проблемами ЖКХ. Мы потратили достаточно много денег на поддержание той сети, поддержание платоплатного населения, то есть мы выполняли некие социальные функции. И сегодня мы в бюджете фактически являемся в режиме и жесткой экономии с одной стороны, и с другой стороны пытаемся наверстать все то, что было потеряно за прошедшие годы. Тем не менее, вдумчивая и кропотливая работа с бюджетом – это одна из главных, наш главный приоритет. И именно по этой причине нам приходится достаточно часто менять его параметры, учитывая дефицитность по очень многим направлениям. Это ремонт магистральных дорог и дворовых территорий, капитальный ремонт многоквартирного дома, расселение ветхого арендного жилья, приобретение жилья для малоимущих семей, модернизация образовательных учреждений и так далее. Мы стремимся к тому, чтобы убрать и фактически убрать себе все политические функции. В ближайшее время вынесу по согласованию, естественно, с профильными комитетами программу реформирования администрации. Мы убираем все подразделения, которые каким-то образом являлись политическими, работать с общественными организациями, с ТОСами и так далее. Вся эта работа уже частично передана в Думу, частично будет передаваться. Работа в администрации деполитизируется и, соответственно, будет работать только в рамках 131 закона и всех предметов ведения, которые прописаны там. Одно могу сказать, что будем удалять дублирование различных подразделений, и, как вариант, открытая совершенно работа с депутатским корпусом. Я помню, когда я был в городской думе в 90-е годы, еженедельно, каждая пятница с 14 до 16 часов был прием главы администрации депутатского корпуса. Поехали. Я думаю, что за следующие недели мы это дело тоже еще восстановим. Когда не будет вопроса попасть, не попасть, говоря администрации, любой депутат приходит на это. В остальном я хочу сказать следующее. Мы открыты для общения. Никаких подходных камней во взаимоотношении с партиями, фракциями не будет. Будем работать только в интересах.